В Искитимском районе продолжается обеспечение жильем людей из категории «дети-сироты». Каждому должно быть предоставлено не менее 30 квадратных метров благоустроенной общей площади. 25 жителей района уже стали новоселами. На минувшей неделе ключи от новой квартиры получил еще один. Разрешите вручить вам ключи от новой квартиры. Поздравляем. У Владимира Степанова с супругой Мариной сегодня особый день. Свой жилищный вопрос они решили несколько лет назад с помощью материнского капитала. Купили небольшой домик в деревне, а в районную опеку с документами обратился лишь год назад. И вот результат. Владимиру дали квартиру. Я рад, конечно, получить квартиру, уже площадь. Спасибо большое, администрация, всем. Сейчас будем обустраиваться, будем все делать, конечно. Надо денежку сейчас зарабатывать, чтобы тут было для хорошей квартиры. Нужно все хорошо сделать. Владимир работает строителем. Супруга только выходит на работу. Сынишку недавно устроили в детский сад. Новая квартира в советском жилмассиве им пришлась по душе. Все рядом, доступно. Всего в этом году своим жильем будет обеспечено 30 человек из категории «дети-сироты». Оставшихся 5 человек мы железно в этом году обеспечим квартирами. 2 квартиры в новом доме приобретаются, 2 на вторичке. И одна тоже сейчас заканчивается ремонт и также будет вручено. Ключи новоселам районной власти планируют вручить до середины декабря.